Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодняшнее видео будет посвящено плановой паровке канареек, то есть которая по плану. Если до этого я выкладывал видео, была экспериментальная паровка. Кстати, вот экспериментальная паровка, ничего хорошего не получилось. Кеннер вот сейчас сидит отдельно перед вами, перед экраном, а самочку вот вернул назад. Вот она, по-моему, крайняя сидит. Да, вот она, самая правая сидит. В общем, посадил я их вот в эту клетку. Они особо интереса друг к другу не проявляли. Просидели 5-6, по-моему, 7 дней просидели, и ничего толком не происходило. Я их рассадил. Вот сейчас пел Кеннер, видели, да? Это тот Кеннер, который был в экспериментальной паровке. То есть он точно 100% самец. Ну, видимо, он молодой, месяцев 10, как хозяин и говорил, а в 10 месяцев Кеннера что-то особо еще не способны размножаться. Ну ладно, перейдем тогда к нашей плановой паровке. Сейчас посмотрим, может, еще раз запоет. Ну, вот так, собственно говоря, поет. Ну, продолжает. Все, закончил. Не поет. Этот Кеннер может петь сутки напролет. Вот в машине еду, в клетка стоит, он поет. Иду по улице, он поет. Короче, поет везде. Ладно, перейдем к основному материалу, который хотел показать. Ну, в принципе, пусть попоет. Мы не торопимся. Ну, я думаю, что сомнений нет, что это поющая самка, да? Или все-таки бывает, что самки вот таким образом поют? Как думаете, пишите в комментариях. В общем, сегодня я посадил вместе вот раз пара, здесь два пара, вот, кстати, тоже поет, а, перестал петь, вот это два пара, и вот здесь в нижней клетке три пара, то есть четыре пара, вот посадил четыре пары, не видно, да, вам? Ну, в общем, тут вот желтая самка и зеленый самец там подальше спрятался. Что хотел сказать? Поставил в клетку гнездодержатели. Вот они. Это такие просто ведра обрезал с под сметаны. Я их креплю стационарно. Вот вы видите поведение, как сейчас дерутся самец и самка. Вот тут желтая самка, желтая, а самец вот такого цвета. Поет хорошо, я их вместе посадил. То есть, видите, драка идет не на жизнь, а на смерть. Это уже взрослые самкам по 2 года, самцу тоже 2 года. Они половозрелые, в том году давали птенцов. То есть, вот это нормальное поведение. Когда они активные, устраивают драки, там, хороводы водят. А вот та экспериментальная пара, они просто сидели, как сонные мухи. А самец, кстати, даже и не пел там. А вот сейчас я вам демонстрировал, отдельно поет безумолку. И сейчас вот вы слышите, это поет тот самец, который оказался самкой. В предыдущем видео я о нем рассказывал.
Ну что хотел сказать, то что вот установил пары, значит, посадил я в плановом порядке, выбрал 4 самки, которые прям уже очень сильно были, как сказать, собирались нестись, они и вату таскали, и живут у них, и живут у них надутый был прям чересчур. Все, вот я их посадил, сегодня у нас 28, по-моему, 29 февраля. Завтра, ага, сегодня, значит, поставил вот таким гнездодержатели, я их так называю, видите, вот так сделано, там дно нет. Это вешается туда, в клетку, закрепляется крепко, чтобы не переворачивалось, чтобы ничего не болталось. И затем в него становится гнездышко. Гнезда поставлю завтра, они сейчас в стирке, за ночь высохнут на батарее, и завтра поставлю. В гнезда положу ватку, ну, еще видео.